Всем остроти, ребята, это Дава Дэми. Сегодня мы будем разбирать новый вкус от Дарксайда. Всем привет, подписчикам, вы все мои друзья, так что всем моим друзьям привет, всем, кто смотрит, ставьте лайки, пишите комментарии. Так вот, сегодня у нас новый вкус от Дарксайда, называется он Астроти. Также большое спасибо интернет-магазину Hookaset за то, что они мне предоставляют такую возможность пораньше снимать и не покупать этот табак, а забирать у них бесплатно. Ну, как бы да, ссылочка на них в описании, такая минутка рекламы была. Так вот, вернемся к сути, табак Дарксайд, вкус Астроти. У меня есть медиум и софт. Вначале я пришел, сразу забил себе медиум. Я понял, что ну нахуй такое, я курить не буду. Забил себе софт и решил уже полноценно снять обзор, когда прокурил третью чашечку данного вкуса. Что хочу сказать. Хочу сказать о том, что Дарксайд до сих пор не может исправить эту ситуацию с медиумом. Именно в том, что он дико бьет по горлу. Это не крепкость, это именно удар, никотиновый такой удар и не очень приятный по горлу. Если бы у меня была бы пачка не от Дарксайда и я не видел, что мне забивают, я бы сказал бы, что вы мне забили какой-то Hard Infusion с аромками Дарксайда. Я думаю, вы поняли, если у вас тоже есть такая проблема, что с медиумом у вас дикий просто колотун в горле, то напишите в комментариях, я буду чувствовать себя хотя бы немного полноценным и что я такой не один. Софт же наоборот, софт на данный момент очень приятный, интересный. Его курить реально прям круто, он и крепенький, и все остальное, да? Ну как крепенький, ха-ха, ну, блядь, крепенький. Так вот, идем к этому вкусу. Нет, давайте ко вкусу немного попозже. Что касается, так сказать, консистенции табачного листа. В софте она была всегда совершенная, и поэтому я выбираю только софт, и от медиума я в последнее время отказываюсь. С софтом все в порядке, а вот с медиумом до сих пор происходит та ситуация, что он как будто пластилин, то есть, да, даже видно по пачке, он такой весь пластилиновый, но, по крайней мере, получше, и рыхлить его можно, но все равно не то, как было раньше. Верните нам старый Дарксайд, ребят. Сделайте все по-старому. Было очень круто, был реально крутой продукт, и им реально можно было гордиться прям полноценно, особенно мне. Так вот, идем к нашему вкусу. Что из себя представляет этот вкус? В принципе, я не смог разобрать в нем ни чайных нот, ни, соответственно, каких-то других. Это также очередной какой-то псевдотравянистый вкус, который на старте идет просто хорошо. Цитрус я в нем прочувствовал, но совсем немного. И он не такой яркий, как, допустим, хотелось бы. Было бы прикольный зеленый-лимонный чай такой, да? Но, увы, это не так. Реальности иногда отличаются от ожиданий. В данном случае я так думал. На старте. Как бы не нравился мне этот вкус, но я скажу, что вкус был яркий. Но ярко-травянисто-мутно-непонятный. Ближе к середине это скатилось просто в глубокую-глубокую яму непонятного вкуса. И с такой прям, с таким ярким оттенком именно, блядь, как вам сказать-то всю эту хуйню, правильно выразить. Муторности, знаете, вот когда мутит тебя, вот то же самое, ты куришь этот вкус и тебя начинает немного мутить. Именно от этого вкуса, который слишком... слишком, как вам сказать это слово, чтобы оно прям все описало, всю эту ситуацию. Слишком приторный такой, знаете, приторнющий вкус. И мне это дико не понравилось. И вот сейчас я уже дохожу до середины этого вкуса, и мне это дико не нравится. Я не знаю, я читал комментарии, читал отзывы, смотрел пару обзоров от блогеров, да? По этому вкусу, я бы не сказал бы, что он прям какой-то топ по сравнению... Вообще, у Дарксайда за последние вкусы был топовый только Falling Star. Вот, он был топ, он был охуенный, и было все очень круто. Я надеялся, что именно Астроти тоже взорвет и сравнивал его как-то с Red Tea. И если вы хотите покурить какой-то чайный вкус от Дарксайда, то выбирайте Red Tea, но ни в коем случае не Астроти, потому что в нем нет ничего чайного, и это название заводит нас в маленькое заблуждение. В
целом, в миксах, возможно, это будет круто, да, кто любит такие приторно-травянистые вкусы, можете с манголеси смешать. А с базиликом, я думаю, это все превратится в монотонный вкус базилика, потому что этот вкус не обладает такой крепкостью в миксах, как, допустим, смородина дарксайда, да? Не об этом. Я, честно сказать, да, вот, блять, я уже устал, я просто жду, когда будет у дарксайда такая полоса, когда они будут делать все охуенно, как делали раньше. Возможно, вы скажете, что мы просто к этому прикурились, да, согласен, возможно, мы прикурились к дарксайду, и нас сейчас не устраивает то, что у них такая стабильная, такое стабильное качество и такая стабильная ароматика. Нам нужно, чтобы что-то было вау, вот так каждый раз. Новый вкус, новая ароматика, новое что-то запихнули, это было бы круто. Да, тогда мы бы постоянно бы пробовали что-то новое. Возможно так, возможно не так, но я скажу так, слишком много так. Вкус мне не понравился. Если он вам понравился или не понравился, напишите в комментарии, либо вот здесь сейчас будет голосование. Вот здесь вот где-то. А там будет два варианта. Понравился, не понравился, нажимайте. Это новый вкус Астрати. Так что такая обратная хорошая связь. Я думаю, она будет очень полезна. А что еще про этот вкус рассказать? Реально, вкус травянистый. Вкус травы. Не могу сказать, какой. Вот если Даша бы его попробовала, я, наверное, уже сказала бы, что это за вкус, что это за трава. Но давайте попробуем. Даш, скажи, что за трава здесь. Ты, по-любому, очень любишь траву и все остальное. Ну, кушать траву, не курить траву. Он крепкий, сильно? Нет, он уже не крепкий, я его нормально прокурил. Просто два раза затянись и скажи, вот что он тебе напоминает? Так как ты, в принципе, кальяна не куришь, и у тебя вот этот, нет этой, этого смешения вкусов и всего остального. Как тимьян с пряником. Тимьян с пряником? Ну, я пряник чувствую. Ну, да, кондитерская нотка есть. Так что, ребят, это не Астрати, это тимьян с пряником. Наша эксперт в ароматике Дарья сказала, что это тимьян с пряником. Так что, всем спасибо. Это Дава Дым. Подписывайтесь на канал. Не забудь проголосовать здесь. Так что, пока.